Новое кино. Всем привет, ребята. Вот мы тут ехали, встретились с Денисом в полях. И сейчас мы поедем там где-то костерок сделать. Шашлычку поесть. Посидим, полелякаем, там где-то что-то. О, братулец, все. Глядь, у братульца. Сука, курва. Как ты? Это ж надо. Это ж надо так. Сразу и пассажир, и водитель, все на свете вместе. Главное, чтобы он не вышел на ходу. Ай, братулец, эквилибрист на домник. Я братульцу сказал, что сейчас будет лужа там внизу. Он ее сейчас уже ищет. А вот здесь братулец провалился под землю. Помню тогда, недавно. Вон она, лужа. Сейчас, ребят, он сейчас охереет, когда ее увидит. Первую. Круто вообще. Достоинство тяжелого мотоцикла, ну, в смысле тяжелого по весу. Планета достаточно тяжелый мотоцикл, и как бы вот видите, он едет. Сейчас Денис второй включил, включаем без сцепления, коробка крепкая здесь. Да-да-да, котихи летят. Сейчас третью. Ебанические рога. Я так боюсь, ребят. У меня кости старые, мало ли что, блядь. Потом хуй срастится все это. Квадроцикл, да? Ну, бляха, я испугался за Дениса. Катишит, братулец, катишит в мою сторону. Руками переключает пидорачки, четвертую, по-моему, возил. У него там это на 14, что ли, это стоит. Как она называется, которая цепь тянет, которая звездочка.
тепло достаточно, вообще классно. Тем более, если вот одетый не в футболке, в одной. Хотя я хотел сказать фуфайке, а в мотокуртке, которая не продувается. Ножка у меня открутилась, надо будет подтянуть. Охотник, это охотник с ружьем. Человек с ружьем идет навстречу нам. Вертолет закатешил всего. Гляньте, летит с него как. Прям эти катешки. Поедем вон туда, туда, вниз, туда. Сесть-то некуда. Сидения там нету, мне только это, пакет с едой. Ну я ж на него садиться не буду. Правильно? Не буду. Вот. У меня растяжка хорошая, я поэтому перелажу так легко. А можешь ведь рулевое управление перенести в коляску и переключение можно сделать туда вот на рычаг куда-нибудь. И все. Вот вам будет, прям сидите в этой, в кабине, ехаете. Ну, Бартулес рискует. Вот эти козелёки всякие под колесами. А спуск довольно-таки такой вообще глубокий. Леха! Чуть не перекинулся.
шумел камыш, деревья гнулись. Глянь, дров сколько? Сухие? Да. Главное тут пожар не сделать. Фу. Ты баш, там циклы наши погорят нахер. Да ну, Маша, да надо ехать. Не знаю. Так. Сейчас я турбину подключу. Надо мне так сделать, Брутулец. А что ты, у тебя же... Давай дрова с собой возьмем, Брутулец. Там много. А ну, глянь, дрова какие. Глянь, какие колючки. Турбина хорошая у тебя. Четко работает. Что-то гнездо вон на дереве. Какой-то дятел живет, наверное. Посмотрим. Доедем. Грушинки. Грушинки. Брутулец! Это ж мы здесь уезжали вверх! Между грушинок! Там болото какое-то. С мотоциклом сильно не бороться, тогда он будет легко ехать прямо как бы туда, куда надо. Если вы будете руль крепко держать, а он будет на эти кочки наезжать, вы будете только его ломать, и ему будет тяжело ехать. Мы хотим вон туда, вот в те деревья, вот туда под самый край, туда вот съездить, заехать. А мы туда и не проедем, тут болото какое-то идет. Лисы набегали вот в эту рыбу ловят, видать. Брутульца турбина выключилась. Левой рукой тяну, правой толкаю, потому что вот, да тут какое-то озеро Лохнесское, блядь.
Это мы ехали, приехали. Вот это да! Даня, мы не знали, что здесь так. Не, Брутулес, не знали. Откуда мы могли знать? Вообще ни разу. Пипец, как хорошо тут. Да. Охотники, либо рыбники, либо просто люди. Рыболовы, Брутулес. Я думаю, такое могли сделать только рыболовы. Да. Ладно, надо выключаться.